И в результате ДТП в Якутске погиб 15-летний подросток. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 13 мая напротив дома по адресу Чернышевского 50/1. Автомобиль Toyota Corolla Fielder столкнулся со встречной машиной марки Toyota Cresta. Сильный удар пришелся на сторону водителя. Управлял машиной 15-летний подросток, который скончался на месте аварии. Его пассажира госпитализировали в срочном порядке в реанимационное отделение с тяжелыми травмами. Предварительно установлено, что водитель Toyota Corolla Fielder был 15-летний подросток, который без спроса взял у матери ключи и, проезжая улицу Чернышевского, не справился с управлением. Машину повезло юзом на встречную полосу, в результате чего случилось столкновение с автомобилем, проезжающим в противоположном направлении. Прибывшая на место мать погибшего подростка сообщила, что ранее она позволяла своему сыну управлять данным транспортным средством.